Höllensteig. В начале июня я проводил съемки в городе Эрфурт. По дороге туда мы проезжали по автобану через самый длинный туннель Германии. Туннель Рейнштайг, он расположен в федеративной земле Тюрингия. Перед открытием туннеля туда запустили зевак, чтобы они могли пройтись. А бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер персонально приезжал туда и перерезал ленточку. Вот карта всех туннелей, которые идут по 71-му автобану. Вот так примерно это строили, используя современную строительную технику. Это разрез гор, по которым проходят 4 туннеля. Это вышка вентиляционной шахты туннеля, а это аварийный выезд. Итак, заезжаем. Следующие 8 километров мы будем ехать под землей по туннелю. Thank you.
На просторах интернета образовалась индустрия неофициальных исследователей истории, которые уже начали работать студийными коллективами. Многие каналы курируются правительственными структурами для того, чтобы подавать нужную информацию в необходимом ракурсе. А вот и он, свет в конце туннеля. Так и мы, проснувшись от морока, двигаемся сначала по туннелю, в который нас направляют, и лишь потом, просветившись, идем своим исследовательским путем. А были ли туннели в этих местах раньше? Да, конечно, были. На старых туннелях можно встретить ворота. Туннели расположены в горах недалеко от курортного места Оберхоф. Это вентиляционная шахта нового туннеля и аварийный выезд. Но вот так вот используют оставшиеся туннели для современных нужд. Просто прокладывают велосипедные дорожки. Эти маршруты пользуются популярностью у велосипедистов со всей Германии. Но проезжая по этим туннелям и мостам на маршруте, никто из них даже и не задумывается о настоящем предназначении этих сооружений. Ответ прост. Любая новая цивилизация использует остатки инфраструктуры прежней цивилизации для своих бытовых потребностей. Только после этого старые сооружения войдут в историю как велосипедные дорожки. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!